друзья, мы стоим на губернском рынке, мы вас ожидаем. Как всегда, познавательный знак, футболка приюта «Лохматая душа». Так что мы до 3 часов вас ждем. Приходите. Да, пока еще никого, к сожалению. Пока мы тут вот приехали. А к нам еще гости. Птички съедят. Дорогие наши друзья, наше время заканчивается. Спасибо всем, кто откликнулся. У нас полная машина. Мы забиты до отказа. Корм, вкусняшки, подстилки, косточки, консервы, лекарства. Всем огромное спасибо, что вы про нас не забыли. До новых встреч! Там приехала школа. Итак, ребята, представьтесь, откуда вы? Громче. Так. Помогайте животным. О, молодцы. Все, спасибо вам огромное. Спасибо. Ребята, к нам приехали опять Тодос. Ребята, ну это счастье. Опять огромные подарки, а. Господи, дай вам Бог на сцене легкого взлета. От всего сердца желаю. Успеха, удачи. Ребята, спасибо вам. Мои дорогие, от всего сердца. Рената, спасибо огромное. Спасибо, котик. Ну что, разгружаем? Господи, Тодос, не знаю, как вас благодарить. Спасибо, ребята. Наконец-то добрались до приюта. Мы. Вот. Всем спасибо большое. Всех отмечу. Все, кто принимал участие в сборах. Спасибо огромное. Почти 50 мешков корма в этот раз. Так. Рената. Ну что, я наконец доехала до приюта со всеми своими командировками. Вот. Приехала вот с водителем, который не смог устоять и забрал с собой забрал кошечку. Питомца. Да? Да. Только с другой стороны, переверните, она туда. Ой, о, какая красивая. Красотка. Сама красивая. Переноску зашла, кстати. У нее будет дом. Да. Вот. Поэтому... Главное правильно выбрать человека, с которым ты едешь в приют, чтобы он забирал отсюда питомца. Спасибо. Все, спасибо большое, кошки, спасибо. Долгих лет жизни. Спасибо большое вам. Угу. Мы очень благодарны. Да. Все, мы едем.